Войд. Ты свой гильдию распустил? Кого? Ты свою гильдию распустил? Нет, просто заморозил. Там наксы ходят. Ну, смонть. Сейчас только выставлю, чем хилить. Найс, Дисси? Да. Сейчас тебе скрин вырезу специально для тебя. Нет, так смотри. Я вижу, у тебя все красные и один там синий или фиолетовый. Ну так ты определись, какой он, синий все-таки или фиолетовый. Так ты понимаешь, что тебе надо два и ну, синий, ты и понимаешь, желтый, что потому... сначала скрин посмотри, а потом уже будем говорить. Сейчас я вырежу. Блять, или я в глаза долблюсь, или я не могу найти флешку. Ну точно в глаза долблюсь. Блять, я серьезно, я не могу найти в книжке флешку, блять. Свет открой. Да ты что, блять? Ебать. Да я серьезно, блять, ее нету. Что, не выучил? Во, вспышка, ебать, она нахуй сверху там просто была. Посмотри, там вообще не в DC. Я понял, а как так, блядь, либо я что-то не понимаю. Да, наверное, что-то не понимаешь. Ну в смысле, блядь, все сокеты красные, в плечах один сокет, и он активирует мету. Ну он, блядь, желтый и синий активирует, там же написано. Ну, типа, гибридный сокет считается один за два сокета, типа, для активации. Как и это, как и слеза, она считается за все три. Так и гибридный за два сразу. Ебать. Ну, вот так, это, наверное, так, играя сколько лет, ебать, вот это, наверное, новое то, что... Ну, так это только тут такое работает. Так, а, это типа фишка Сируса? На циркуле так же было, по-моему. Не было. Да нихуя. С кратом активировала. Нет. На каком? Там выбрали? Активировалась слеза вся. Слеза три. Активировала. И эти двойные тоже. Ну, слеза, знаю. Эти нет. На каком? Я, блядь, 10 лет на циркуле проиграл. На каком сервере?
На X5, а потом на X100 ну, еще X5 два года. Тогда X5 он обоссанный был, сломанный весь. Его починили вот только. Я на X1 ну, блядь, гибридный раз. Сокет не должен так типа, делать. Какой он, нахуй X1, блядь? Не говори мне об X1. Я тебе говорю, что не работало все 10 ну, лет, а пока я играл там. Ты говоришь на X5, а я говорю на X1 все работало. X1, блядь, открыли 2 недели назад. Да не тот, который открыли, а тот, который с 2008 года. Блядь. Так он загнулся уже когда? Ну так понятно, что он загнулся, но там все работало. Дайте кулак лучше. Дайте кулак каску. Погоди, погоди. Я осматриваю, блядь. Вон этот Джель играл там. Ну факт в том, что по-правильному оно так не должно работать. Я хуй знаю, мне похуй. Не, поэтому я удивился, понимаешь, в чем прикол? Типа, я тоже, когда один сокет раз узнал, удивился. Не может, типа, активировать. Сейчас. Нет. Я хуй знаю. Что новое. Кушай. Давай. Не знаю, блять, я сейчас понял, насколько у меня помойный он. Вообще нихуя нет. Ну чё, лапку дать? Поехали. А, да, интеллекту тоже, да? Не, у меня есть. У всех это есть, как твой интеллект. Давайте чек. Делаемся так же. Не дохните, прошу вас. Стой, а чё нас тут пятеро? Шестеро. Какая разница? Потому что я просто с этой стороны хилю. Похуй. Отсчёт времени до самоуничтожения начат. Самоуничтожение области... Зачем вы это сделали? Разве вы не видели табличку «Не нажимайте эту кнопку»? Ну как мы сумеем... Я тайну. А еб. Ну ты сказал, тайнешь. Быстро он. Я не достаю до шума. И дабл без. Ну ёба, ну шаман, ты ж там хилишь их вроде. Что, Кира, ты сейчас робишь, да? Понял. Да, чё? В смысле, я хилю с той стороны, вы шаман с этой. В чем речь? Походу тоже с этой, да. Да тут шаман стоял, просто он дал лук, как не натягивался. Понял. Как ты хочешь все с одной стороны идти, чтобы вот такой хуйни не было? Давай все с одной. Так, а я вообще с другой стороны тебя не достаю, если что. Давай с шаманом мы поменяемся. Окей. Шама, ты иди сейчас с левой стороны. Стой, я с правой буду. Да, окей. Thank you.
Вап. Давайте по местам. Опять не достаешь. Он сейчас себя не прохилит. Ну ебаный в рот. Хиль себя, прошу. Беги, малышка, беги. Ебать нахуй, я мимо пробежал. Щит, но на себе держи. Там. И реты. Кама. О, понял. Огонь 5 секунд. Блять! Не делай, когда огонь. Ебать урона. Когда добьете? Готовьтесь. Прыгну. Прям в огонь, блядь, прыгнул. Сука. Кать, вот прям он в кучке. Понял? Не помогай ему, пусть он сам кайдит. Твой. Ты просто сейчас нахуй заруинил. 5 секунд и опять туда скидываем. Поехали. Все, кайте его, да. Еще кайте. До ледяной бомбы. Гера сейчас, да. Гера. Он сейчас... Батя, вот шикарно. Огонь. Тоже похуй. Шамана нет. Ко входу надо пиздохать, наверное. Можем в центр, давай скинем. Нам надо туда даже зайти. Пойдем в этот сектор, где огонь. В сектор зайдем. В огонь, да. Да, вот сюда зайдем. Дай и туда. У меня мана. А то у нас только один сектор более-менее, блядь. А похуй это, сейчас выйдут, потушатся. Мне мана надо. Да, летает, да, летает. Да, летает. Бомбу отловить. РДДшники, отходите. По КД голову. От босс. Я могу половить, типа, в дефстойке бомботы. Бомбот. Огонь сейчас тут, оставляем и уходим в другую секцию. Тут оставляем, ушли. Бомбот. Еще бомбот. Аккуратно. Выводи, выводи, что ты стоишь-то на месте? На нем каст был. Диспелить это надо. У меня просто не хватает времени. Огонь тут оставили, ушли в другую секцию. Ушли. Сажай его. Нет? Сажай. Бить. Он в огонь упадет, блядь.
Охуй, милики, не бейте. Уйдите от от мелких. Уйдите от мелких. Бля, Кира, нахуй ты это сделал, блядь, просто. Огонь тут оставили, ушли в другую секцию. Ушли. Надо сваливать оттуда побыстрее, короче, у нас уже уйдите, уйдите. Вообще тебе голову обсуждали. Давай, да сади уже. Да. Шарнидешники убили. Ну, бой надо будет к стенке скинуть сейчас. Огонь скинули тут и ушли. Ушли. Мобов залили, сигнальных тоже залейте. Пары. Всех, заливайте всех. Сигнальных тоже, похуй, но на огонь. Убейте всех сигнальных. Скиньте тут огонь. Тут огонь скиньте, вот к стенке, к стенке. И уходим, уходим. Уводи босса. Страшно подходить, прохила нет. Огонь в боссе, отводи. Я не могу. Мины аккуратно. Мины аккуратно, ракеты. Сейчас огонь будет, и уводи его нахуй вообще в другой сектор подальше. Сейчас еще бараж будет. Пизда. Лазерный зад. Сигнальных, блять, убей! Пожалуйста. Убейте сигнал. За спину все. Огонь тут оставили, ушли. Тут оставили, ушли, ушли. По каким? Чё? Ушли. По каким частям больше скажи, а то у меня нет неймплейдов. И, блядь, у меня больше, времени нет. По голове надо. По голове. Тело больше. А мне ешьте. Я не могу это пиздить. Огонь. Огонь оставил. Выводи, уже? Выводи. Ну, чё ты все возьми? Заливаем, заливаем. Нормально убиваем. У меня маны нет, блядь. Это был такой пиздец. Я еб... Это пизда, нахуй. Такой, наверное, быстро упал, блядь. На четвертую фазе. Опа! Забыл очки. Да хуй знает. Так такие себе, блядь. Я бы не сказал, что они прям лучше, но... Да если тебе не надо, кам, я возьму. Я беру, надо, надо, похуй. Окей, окей. Я буду смотреть. А-а-а, ебать, а я хилю с ДД башкой, да, и плечо. Да ебаный в рот, блядь. Это тебя оказывается, на. Я, блядь, нахуй думаю, чё-то не хватает, но реально, я сел очень быстро. Кама, если ты посмотришь на мой 210-й гир, то поймёшь, что почему мне так хуёво было. Ох, убили, убили. Я что-то не понимал, что-то я, говорит, это прохилить не могу, мы все живые стоим. Ты не видел этот урон, блин. Я что-то смотрю, типа, этот резот говорит, я не могу прохилить, у нас рейд 75% хп. Так, ну, блядь, ну-ка, конечно, я, блядь, хилил и чувствовал это. Так, это... Поставьте порт и шкаф, пожалуйста, мне надо самому. А, ебать, комбат. Понял. Спульдим и бог. С хранителями только никто не говорите. Если ты увидишь, сколько у меня нахилило правосудие, то ты поймешь, что мне на него вообще похую. Я им даже не, ну, и не кидал, я чисто раз в минуту ее зал, чтобы баф освободить. Мне он чисто для бафа. Что дальше в холике пойду, да? Бежу. А я ретрика скинул, поэтому, скорее всего, я буду хилить. Ага. Тогда побью дальше, получается.
Да, бей. Блять, давно редликом не играл. От меня все равно до ДПС нет. На ретрике. Ля, а чё там комбат? Вы там этого спульли? Сейчас да, мы, наверное. Трэшби, добиваем. Все отлично. Запустишь Тори, Матризот? Да, да, да. Мне да, этот давай я запулю, типа, пусть Тризот идет хилит. Да я уже, мне надо, блядь, бошку забрать с банка. Запустил, окей. Да, мне надо порт. Срочно. Блять, я еще и с кольцом на АДД. Да, тебя тут поставят перед входом на Везекса. А, у тебя камней нет? Балбес, хуёвый ты лок, пиздец. А, ну давай. Чешаман купит, блин. Поехали, Некс. Там этого первого кастера убейте. Остальных похуй станом, блядь. А у нас тут есть хил? Да, шам. Мершам. Мершам у вас есть. Блядь, я ебал хилить это. Нормально, ты меня сейчас затроллил, жрел. У нас-то тут на трэше нет у них хилов, алло. В смысле, у вас там этот? Шаман. Мершам, шаман нет? У нас. Мершам вообще непонятно где. Мершам, ты где? Hello. Hello, my friend. Чё, Тризот спулил трэш? Ой, блядь, не Тризот, а СМЛ. Так чё, я не понял. Нормально всё, видишь? Хилит, шаман, блядь. Охуеть, он ещё, блядь, фернул нахуй. Это пиздец, это вот, блядь. У него ещё 300к, это как? А он, флешки... он же хилится постоянно. Да. И косты никто не кикает ему. Я кикнул сейчас флешку. Я кикнул вместе с СМЛом. А, у меня башка тут без чарки, без сотки. Где? Слышишь, Тризот, я короче... Mm. Уже сейчас собираю ОД, чтобы купить сараниты и сделать грань, короче, Навара. Удачи тебе, бля. А кто тебе делает, ты ее будет? Кама, братик. Они их не выставят. Кого? У вендора. Саранит. Думаешь? На X3 был? На X3 был на старте. Блять. Ну, ты видишь, да? По сути, тут эксперы также должны были быть. Тут все должно было так же по этой логике. Ну, посмотрите. Насчет сфер. Сферы типа слишком охуенные. АДС, блять, пизда не охуенный. А че там за древние сырани только шмотки крафтить, которые нахуй никому не нужны? В смысле, а тут что за сферы, че, блять? Да только шмотки крафтить, ну, которые нахуй никому не нужны. Ну, там же есть нормально. Бисовые шмотки, а там... Блять, а там тоже бисовые шмотки в свое время, блять, в своем контенте. Нихуя ступни. Тут, тут, блять, этот пояс и эти ботинки можно тоже заменить, если что. А куда пошел Эршам? Боёк. Он хочет КВ какой-то сдать. Сколько пишет. А ты можешь потом сделать ему что-то? А зачем тебе сейчас его сдавать? Ты сдашь его, когда мы убьем Йога и мы пойдем на алгал. Тоже не успеешь, блядь, там, тоже ты сейчас сдавался, кидаешь людей, они там без хила не могут. Дайте шкаф, окей, я уже готов, наверное. И если скажу, ты про печати, если ты про печати, то уже все. То есть ты сейчас да, дашь этот квест, и тебе сумку дадут. Со сферой там. ОД и рецепт. Ну и ключ на угол. О, нихуя. Я, короче, сначала инста куда-то полетел, ебать. К нам, наверное. Это, ну, придем, Атя, без ее уже с пределом. Ну, бать, стрим врубите.
че? Мы этот, что, подойдем 30 балбежка поставить? Я, короче, в воздухе я... бафаю, да. Ну, мы убили пожар. Это уже неплохо. Да, вообще, бля, пиздец. Я подхилил не там... Не скажу, что это было легко для моего очка, но пойдет. Вот бы сейчас, блядь, плащ этот ебучий нахуй выпал, который, блядь, упал на ретрика, но нужных персов не упал никому нахуй. Балбеж, шкаф поставь, пожалуйста. Я уже близко, блядь. А чё это такое синее? Не могу понять, где я лечу. А, во. Прилетел. Чё, давай метки 30 расставляй. У меня ещё нет. Я ищу этот, блядь, сокет. А, вот. Пойду попью. Иди, пиздуй, нахуй. Все, тут. Игу, сори. Деньги приварил. Чё? Ну, мне кажется, надо ускориться, если мы хотим на фул. Ну да, надо, надо. Чё, никто не поставил метки? Окей. Мы до Мимирона вроде быстро дошли, а после Мимирона как-то это сбавили обороты немного. Понял, если честно. А, смотрите, Кама тут? Где-то? Бегу, почти добежал. Сейчас Самон понимает. Луна Мах, треугольник Лок, ромбик Эрпал. Кружочек Кама. Стой только, стой. А, звездочку, блядь, ну, шипнешь этот талем. Все готовы? Угу. Давайте чек, чтоб не обосрать. Давай, пуля. Давай. Балбес. Hello, my friend. Ладно, на одного больше надо будет. Hello, my friend. Бля, балбес, нахуй. Ты пиздец. Тролль, нахуй. Просто я... Полумесяц. Там... Ты там опять бухой, что ли, балбес, или чё? На Алгаона не пойдет. А, у тебя сегодня похмелье, да? Сегодня он пока делает. А его уже за... Заменили его? Он же ж вылетает постоянно. А, Робби Курепу, хорошо. Ну, уже все, уже. Уже поздно. Да вылетался, балбес. Блядь. Шаман есть спек в ДД? ЛМ же вроде, да?
степень, что ли. Её степень, что ли. 20 секунд, когда? Этого. Кого? Пока я... Репа. Репа. Бля. Хуёво. Я обновлял второй раз. Да. Хуёво. Наоборот, заебись, ты чё? Хуёво. Чётко, бля, а где луна? Я чуть не вижу. Ёба, вот. Давайте. Все. Кама, пошел. Давай, блядь. Звёздочку. Потом кружочек, потом ромбик, потом луну и Элема. Элема забыл. Дайте ему стан. Я ж просил. Ну я топнул коробку. Блять, ну топот это не 6-секундный стан, но, например, от 3 паладинов, блять, или от роги. Логично? Ну чё, дайте. Опять он топает, блядь. А это не я уже, чё ты, блядь? Ты чё, свинья ёбаная, блядь, против меня пошёл? Свиньи с бродиорки. Давайте я тогда тоже топну. Бам. Говорят, тут можно чисто флешками выкинуть, да? Ну, не знаете. Где-то я такой слышу просто. Бля, нет, мне что-то в РДД-зоне надо стоять, да? Да. Да. Не хочу нахуй. Ебало. Кама! А? Оббегай. Я понял уже. Я рад, что ты понял. Мы друг друга понимаем. Давай, поехали, контроль. Ой. Кама, блядь. А надо было ваниш нажать. Сразу же кружочек. Кружочек следующий. Так, а ты ж еще в Аршаме, да, еще? Вижу. Это потом больших убить. Я сейчас понял. Смокосты покикай, да? Кого? На большого? А, ну вообще, да, я могу. Так у нас ДК вон есть, нахуй, пусть кикает. В смысле, на варе покикаешь? Да, я подамажу, блядь. Драги нет. Да, это нахуй. А на кик-кик рагу, что ли, воину? Да. 10 рагина. Окей, я покикну. Да ладно, ладно, я кикну, типа похуй. Все равно проблем нет с рагой. Все равно не дамажишь, что ты хотел сказать. Нет, с рагой проблем, прикинь, кама нет. Нет, нет. Типа я Heroic Strike прям, блядь, только в путь нахуй спавню. Не мота прям как раз по бану. Почти в тайме. Рассчитано. Йога плюс один, конечно. Проще, блядь. Йога точно плюс один. Если чё, будем людей менять, блядь. Без вариантов.
Ну, блядь, Йога плюс один не убить, это я хуй знаю. Ты чё? Пошёл нахуй. Кэша он, Йога он уже без лока, блядь, убивается. Бля, я думаю, чего мне не хватает? Весь бой, блядь, что-то хотел нажать, ну, типа, на Мемероне, но мне чего-то не хватало. У меня массакра не выставлена, я забыл. В десятке йод ебаный, то что кастит он очень часто в залупу свою. Убить или не убить? Балбес соло его убьет вам. Балбес не первый раз соло убивает, еще пол. А на ком, комбат был? Я, блядь, дунул в горный, а все. Комбат словил, блядь. На всех был комбат. Бля, если мага сейчас протянет, будет трофу, а не... Повезло магу. Маг, если чё, скипает эту прыжком с вами. Маг с той стороны бы летел прям рядом с боссом, и как бы он скипнул? Просто в сторону, бля, он нажимаешь блинк и всё, и у тебя он останавливается. Это да. Вот молодец какой. Откинул, притянул. Давай это... Элима, спекайся. Дайте ребаф, пожалуйста. Там. Стамину, лапу. Я ж на джиэла бы выбрал в танке. Ну, упал, говорил, у него спек есть, пусть попробует, типа. У тебя спек есть? Давай я рыбу ставлю. Рыба. Окей. Но с агро будет большая беда, да, наверное. Да, ну, балбес будет, блядь, разъебывать. Да ладно, тут, блядь, успеем убить. Давай. Пускай танчит. О, можно две опыта наберется. Поставь метку. Если поставится. Не, не поставится. Ну, у нас сколько еще где-то? Час. Потом там, ближе уже. Да, блять, у нас это запор, нахуй, как обычно, блять, назначили в 6:15. Да нам спешить некуда, куда бы, блять, ну, типа, лететь. Но в 7 только, блять, начнется сбор, нахуй. Все подрочат, покурят, блять. Чё-то что-то, нахуй, сделают. Блять. У Пал инжин нету, да? Или у тебя есть инженерия, Пал? Вроде я видел у тебя сапоги. Ты бегал. Да, у меня есть инжа. А чё у тебя за чарка в руках? Ебать, отстойная. Чтоб багро держать. А у тебя этот... Как он? На 2-3 та, да? Да. Она нормальная на самом деле. Да. С острова еще лучше. Вы ёбнулись? На броню чарка топовая, блядь, снжи. Это тоже нормальная чарка, блядь, не пизди. У кого, где? Какая чарка? Ты упал 2-3, в руках. 2-3 та, 10 пари. Так, вы... Он, вы, кстати, это... снжой на протике. Не, ну, если у инжа есть, то обязательно чарка на армор. Тут речи не может быть никакой новочарки. Ну, подправь свою немножко ротацию протики. Может, в этом нет. Давайте быстрее. Кама,
Кама? А я здесь, я пишу. Где ты здесь, блядь? Опять бухой валяешь? Запишу я там, блядь. Зовут меня как, блядь. Давай, танк, иди первый, блядь. Не-не, по центру. По центру иди. Блядь. Ну все, вот так стой. Отошли. Ну, ща я типа Сандер стакну и буду кикать. Я могу покикать. Ну ДК вообще ничего не стоит. Если я зафейлю, я скажу. Вытягивание. Не-не, стойте, все, отошли. Щиточек по себе обновляет. Всплеск. Паутинник жми. Смотри, в мили, аккуратно. Ой, блядь, стоп урон, вы чё? ДК. Пошли. Не бейте, вообще не бейте. И протопал не бей, ты сейчас убьешь на протопале. Вообще не убьешься. Вообще, ну типа если она в миле отошли, байка, байка ушел. Не бейте, если балбес увой, дай сальву. Байка ушел. Мили, аккуратно. Вытягивание. Метка. Готовьте. Найс. Танк, дай сальву, балбес. Давал шум. Окей. Кстати, зачем мне салют давали? У меня там 60% вроде было. Нет, у тебя было 90, когда я давал. Скоро будет. Ну. Собирается. Не уешьте ну, только, они сейчас. Стоп, ДПС пока что. Смотрите, каст отошли. А сейчас босс кастит или нет? Нет. Нет. Бейте только. Согро аккуратно топ. Шли. Чё так близко? Ну что элементаль близко стоит. Можешь чуть-чуть, но назад? Скин далеко. Скин назад? Да, вот так. Нормально? Да, отошли. Блять, извините, ШРДД, подойдет сейчас. Подходи. Но мне просто прохилить надо. Ебану за ухо. У кого это фонит? У Кам. А, это нет. Заклава, походу, механически по ним.
добивать. Нихуя себе. Тенефобия. Хуя. Это что за кинжал говна? Это кинжал говна, кама. Это кинжал говна. На... О, ля. Это наркотика? Это... Ну, это... Да, вообще, типа. Это наркотика. Есть время курнуть? Отойти надо на 4 минуты где-то. В смысле, ты уходишь куда-то? Нет, отойти надо. Сделать кое-что. Сколько? Минута 4-5 максимум. Давай. Нет, ты в ДД, боёк. Тут один хил нужен. Дамашевич. Но только не проёбуй ссанить. Я думаю, ты ж на йоге был. Ну всё. А чё, Кама, тебе этот кинжал на транс? Как он тебе?
Так, что тут? Все тут? Давайте. Чек. Hello. Погоди, телефон. My friend. Nice. Хуй nice. Валерка, нахуй. Бля, ну если Треня не... Это ебаная, но не упадет сейчас, я ебал этот Вов. Пушка, пушка с героика надо. А мне похую, мне надо тренер, блядь, с обычки. Я сейчас плюс 4 запущу, блядь, и пойду. Не-не, какие плюс 4? Триня это вот как раз она с обычки, с обычного лута, а пуха с хм, понимаешь? Надо, чтобы и триня, и пуха была. Так, блядь, она есть в этом вообще? 219, а, есть. 219 бонусов, у меня сейчас 190. Блядь, не хватает. Я задонатил сейчас. Ох, найс тут? Да, да, сори. Ни разу, блядь, в луте не видел эту тренер. На всех трех персонажах хожу, блядь, каждую неделю. Так, Кама тут, да? Кама тут. Давайте, просыпаемся, все, блядь, будем сейчас. Так, заходит в портал у нас, получается, Джео, Кама, Underpower и Найс. Вчетвером заходите. У кого правый дальний, правый ближний, левый? Я в правый дальний побегу. Вот и как смотрим, типа, справа дальний. Разберитесь сами. Я тогда слева дальний. Слева дальний. Кама левый ближний, и Кира правый ближний. Все. А в этих, блядь. Да. В клинках похуй, а в драконах также. Те, кто слева, тогда влево бегут. Те, кто справа, бегут справа. Вправо. Все. Все готовы? Пуляйте. Аня. Аня, готов? Стой. Вот, все, вот так это по меткам распределитесь. А я ромбик, джел, этот три, блять, кружок, кама, звездочка, ромбик, Кира. Все. Лапу дайте. Все, есть лапа. Давай, блядь. Запусти сразу еще одну. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Напуливайте только, пожалуйста. Одного убивайте и косы забивайте. Кик когда? Еще вылез. С этого кикнул. Двигаемся вместе, РДДшник. Бля, хули ауешки. Третьего моба убили. Ноль ауе. Пофиксили, может, что-то опять. Чё тут фиксили? Может, хомячки, блядь, не справляются с плюс ноль, они нахуй её ауешку убрали. Ну, типа, она вообще... Её вообще нету, я хуй знает. Может, они её реально убрали с десятки? Тогда. А, блядь. Не там. Ага. Баф. Может, стопнем? Сейчас баф кончится. Я завёл. Будет рвение. Я уже вышел. Окей. Хотя, ну, блядь, они дамажат. Что-то ещё. Хуй знает. А чё, 7 стражей теперь хватает? Ну да. Там косарь с хп остается после. Добейте быстрее, пожалуйста. Не успели. Еще одного. Ко входу вышли все? Ко входу. Не подходите. Диспельте только мах. На тебе курс. Выбить. Танк сбивает. Каст.
Поехали. Средняя в жопе. Вообще. Диспелли это. Так вы, блядь, в жопе мира. Астана мира, это, по-моему, почти разлагающая хуяри. Бля, мне еще не блядь, ну... Типа, блядь, выбить. Выбейте меня. Быстрее. Ну, не бегайте, похуй, но она вот эта разлагающая, потом убьете. Типа, я ж один хил. Черепа ушли. Порталы 10 секунд. Надо уже подходить, ну. Портал. Надеюсь, ничего не кинется, блядь. Портал. Кира, это за хилях там, если что. Идем большого. Большого идем бить. Лучи. Блядь. Лучи, уйдите. Боёк, блядь. Как ты уходишь? Ладно, фух. Выбейте меня. От лучей. Большого убить. Давайте всех больше. Главное, не пройбите здравомыслие, пожалуйста. На остальное похуй. И таунти сразу, чтобы меня оно не убило. Дай мне СС. Пошли средняя бить, оно сзади. Сегодня миски без спорта, пожалуй. Но мы за следующую, по-моему, переведем. У нас 56% мы типа оставили. Что, я вот выпил. Типа там еще нахуй драконы ебаные прокнули. Это вообще типа самая хуевая комната. 5 секунд. 5 секунд. Давайте уже на места. Выбейте там маг. А, ну, блять. Заходите. Идем назад. Сейчас большое будет. Че тебе просадить? Мах. Сука. Большое сзади, блядь. Идем большое бить, идем большое бить. Вы это, если переводите аккуратно. Ну тут 10 секунд идем. Большое убить. Танк, сейчас можно бить, если что. Скажите процент. 47. Переводи. Сейчас, стойте, стойте еще. Идем ко входу. Все, идем ко входу, она умрет. Идем, давайте это переводить. Моба. Ну, блять, а нахуя ты бьешь сразу? Я не ударил даже, он сразу бежит. Моба, бей. Забери моба. Я там щеплу убил. Ну, блядь! Ты прикалываешься? А он сразу. У меня маны ноль теперь. Мана тайда нет, да? Нет. Я триггер. Ну, отворачивай. Даун. Врач. Ебать, он быстро кастит. Он очень пиздец. Ебать, кастит. Они писали на форум по поводу десятки, не? Да, писали. Ничего, а хули они сало убрали?
Где Сава? Угу, Сава нет. Они типа сделали каз быстрее, ебать. Так он так не по каз. Таймеру даже. Это вывод такой. Моб в боссе, моб. Не, я понимаю, ну, он слишком быстрый, типа, я к этому. Я знаю. Охуй. Так он даже не по таймеру, не по ДБМу, типа, ну, 3 секунды так еще да, должен быть. Да, им похуй. Они специально это сделали, чтобы, ну, все на не убивали. А чтобы дана... Моб. Идет на меня. Можно мне баф? Два вроде. Инты нет. Саните, смотрите, если. А дай гигер. А, это я падал. Хочу, аккуратно. Да я уже просто стою бомбу накидываю. Бей мобов просто. К нам ближе подойди. И ты можешь бить мобов. Я через того не бью. Окей. Хуё. Два моба упали. Да, конечно. Этот каст, он пиздец. Ну, типа, без локов тут очень плотно. Ну, конечно, блядь. Ни трени, ни хуя, блядь. Кольцо ебаное какое-то. Ты чё за пидор? Где пуха, блядь? Нихуя не падает, блядь. Зато кинжал, нахуй. Каждый КД падает, блядь. Ну хоть не пояс, блядь, меня уже это радует. А надо было, блядь, пояс. Идем на эту. Вставайте, бегите. У нас алгон же. Чё, кто спикнется, типа, там? Джел. Я? Нет? Да, ты. Могу я спикнуться. Я могу спикнуться. Не надо. И тебе не надо, это минус крит. А так Джео даст 10% АП, мы в плюсе будем от этого. А если вы спекнетесь, то это будет минус. Ты, а с кем ты хочешь хилить? Ну, я и Эршам будет хилить. С кем еще? Не, ну, не, ничего, ничего. Просто мне кажется, у нас хилы тут не для Алгаона точно. Ну, я хилю. Ну, ты Сова не захилишь? Захилю. Чё, Валерика серый будешь бить? Там мне без разницы. Но скорее всего, больше. Да. Больше некому. Кто тут не был ни разу, плюс? Ну, шаман 100% не был. Танки. Протопал тут не был ни разу, да? А, ты был на неё. Предлагаю именно протопала оставлять на суровые, а я там буду заниматься вот эти завод со звездиками. Да, это, так и будет. Рыбку покушать? Ебав, дайте, пожалуйста. И сначала сомните меня, у меня третий спек танк. Дай шкаф. Балбес, только шкаф, блять, не там. Он же сейчас провалится в ебеня. Ладно. Я здесь не для того, чтобы сразу... А чё ты отменил? У тебя ж КД теперь, блядь. Ну ёбаный в рот, ну балбес ты. Полетел тогда. Ладно, пойду, блядь, попью. Пока ждём. Так. Попей. Смотри, чё тебе тут надо? Ты сейчас начинаешь танчить босса до 3 стаков. Потом забирают... Это я же что? Делаю.
я же ловлю 3 стака, и потом он может остаться на этом, на суровом. А они спадают ровно, тогда начинается кастинг.